Попробовать себя в роли музыкального исполнителя смог любой уфимец. Школа виртуозы организовала день открытых дверей. В течение часа любой желающий посещал экскурсионные курсы по таким направлениям в искусстве, как вокал, фортепиано, скрипка, гитара, саксофон и барабаны. К середине лета ощущение, как будто осенью. Такое ощущение, как будто снова как-то грустно. Снова хочется закрыться, укрыться в плед с каким-то с какими-то мыслями, посидеть один на один. Прелесть-то не в этом. Прелесть в том, что у погоды нет плохой погоды. И нужно научиться, наверное, радоваться в этой жизни, несмотря ни на что. Мы поможем немножко согреться. У нас только арфы нет, все остальное есть. Приходите. Давно хотел сходить, посетить занятия по голосу. Хотел поставить голос, все как-то откладывал. Вот решил сходить. Время свободное было. Ну, очень доволен первым занятием. То есть как-то для себя понял, какие моменты мне надо ставить в голосе. Это возможность людям приобщиться к музыке и чтобы доказать, что каждый человек может прикоснуться к творчеству, независимо от чувства ритма, слуха. Это все приходит, и, как мне кажется, все это мы сделаем.